Здравствуйте, дорогие подписчики, гости каналов, любители посмотреть YouTube и обзоры рынка. Рада вас приветствовать в нашем павильоне, в контейнере, корпус А, первый этаж, Г-82. Наша визитка, номер телефона, заказы принимаются по WhatsApp. Желательно звонить не на сотовую связь, а именно на WhatsApp. Все заказы. Прекрасный молодой человек Артем примет все ваши, исполнит все ваши требования. Насчет моделей, насчет измерений, объема груди, бедер, как у нас все время говорят, ОБ, ОГ. Выбор моделей у нас очень большой, размеры тоже. Размерный ряд начинается с 50 и выше, до 70, 72, 74. Мы любим всех наших дам, прекрасных пышечек. Есть спортивные костюмы. Прекрасный выбор, большой выбор спортивных костюмов. Не только костюмов брючных, но и с юбочками. Классные модели. Размеры здесь идут 56, 62. Разные расцветки. Цветов тоже у нас много. Есть с коротенькими юбками, как в стиле боха. Есть попрямее, кто любит длинные в пол. То есть выбор большой. Цены на них у нас. Оптовая цена 2200. Розничная, конечно же, отличается, но это вы будете уточнять у Артема по WhatsApp, звоните, он вам все объяснит, все расскажет, все покажет. Есть вот такие прекрасные спортивные костюмы, молодежка, дерзкие, яркие, красивые цвета. Выбор цветов очень большой. Этот спортивный костюм идет в двух размерных рядах, то есть 50-56 и 58-64, тоже цветов очень много. Большой выбор цветов, размеров. На любую фигурку. Сейчас начинается период школ. Конечно же, востребованы бывают кофточки, платья для учителей. Ну, не только для учителей, но и для мам на 1 сентября. Есть классная модель, которая очень хорошо работает, которую мы меняем просто ткань. Это вот такие вот кюлоты. Юбка-брюки, которая скрадывает все недостатки. Ну, точнее, не недостатки, а достоинства у нас. И вот такая вот прекрасная кофточка. Нежная, женственная. Оригинально все это смотрится. Длина, ну, зависит от покупательницы. Есть вот такая вот модель с курточкой. Тоже прямые брючки. Высокая посадка, чтобы скрадывать наши трудовые мозоли долгими зимними вечерами наеденные животики. Полная длина, визуально странит. И вот такая вот курточка. То есть сверху вы одеваете курточку, снизу или майку, или футболку. Это уже на ваше усмотрение. А костюмы все, оптовая цена костюмов 2200. Есть вот такой строгий костюм. Это уже прям такой и деловой, и для учителей, и для офисников, кто там в офисах работает, у кого не строгий дресс-код по цвету. Потому что у всех разные бывают. Лена, требования на работе. А сейчас у нас на лето, на летний товар, на тонкий товар бешеные скидки, распродажа, цены ниже плинтуса, скажем так, грубо говоря. Есть вот такие вот штапельные платья 56-62 по 1300, по 1200 оптовая цена. Ну, то есть определенная модель и цена ниже, считая по себестоимости. Есть 56-62 размера, есть размеры 62-68. Вот это вообще моя самая любимая модель, она скрадывает все, что можно. То есть вот это из-за этого принта она визуально стройнит фигурку. Спинка однотонная, минус размеры. Есть еще вот такие вот шифоновые платья. Тоже классная модель, как они хотят. Яркая, светлая, 58-64. Цена у него всего лишь 1300. Есть штапель, есть шифон, есть вот такие вот штапельные платья. Полуспорт с красивым принтом, с множеством цветов. И в пир, и в мир. Голубой, нежный, красивый, белый, черный, классика. Разных расцветок, разных цветов. Сзади красивое оформление спинки. Кроме штапеля мы еще работаем. Ткань такая есть. Сингапур.
Это смесь бульдога с носорогом, смесь хлопка и вискозы. Оно тянется, красиво оформлен рукав. Модель в основном по типу под Турцию. Ну, Турцию не каждый себе карман может позволить. Поэтому мы на своей фабрике «Май Марина» отшиваем эти красивые модели, чтобы наши дамы с любым карманом могли себе позволить эти красивые, яркие, женственные, нежные платья. Есть вот такие вот платья в полосочку. Не у всех отпуск в начале лета, у многих оно и в конце лета, и в сентябре, где-то бархатный сезон. Здесь ткань идет, турецкий трикотаж, очень приятный телу, в нем оно не потеет. Состав там хлопок. Эти платья, оптовая цена у них стоит 1400. Ну и, конечно же, морская тема. Куда же мы без моря? Зимой и летом. Были бы только деньги. Маркировка идет 50-56. Но на сразу говорю, размеры все полные. То есть мы обманываем наших клиенток в том плане, что пишем маленький размер, но на самом деле он идет на самых таких прям хороших, красивых, полных дам. Вот эта вот модель. Одна из любимых. К сожалению, было много цветов, но осталось буквально пару пачек вот в этом цвете из фильма «Красотка». Размеры 58-64, цена у него 1400. Оптовая, девочки, оптовая. На лето еще есть сарафаны, большой выбор сарафанов. Оригинальные, красивые. Цена у них 1300. 56-62. Ткань здесь такой вот штапель, тоже легкая, дышащая, то есть потеть никто не будет. Помимо 56-62, там 58-64, мы не забываем о наших пышных дамах. 60-70. Коротенькая, красиво оформленный рукав. Цена оптовая 1500. Размеры полные. Есть покороче, ну, молодежка. Есть вот такие вот длинные, 60-70. Модель классная, садится великолепно. То есть скрадывает все, здесь широкий проем. Тоже цена 1500, оптовая. До 70, точнее, маркировка 70, но размеры идут больше. Также есть вот такие вот модели. Ну, у нас эти оптовики и розница берет на свадьбы. Оно легкое, дышащее. Ну, человек в весе, ему всегда жарко, по себе знаю. И цветов здесь тоже очень много. Яркий, красивый желтый цвет. Размеры 60-70. Размеры полные. Цена 1500. Ну, а это прям на совсем молоденьких, пышных такие ласточки. Все равно мы в душе птицы. Есть вот такой вот хлопок. Ажурная, красивая, на море, на выход куда-нибудь. Все равно, как говорится, лето еще не закончилось, сентябрь еще даже будет очень жарким. Шикарная модель, и в пир, и в мир, красиво украшенная кружевом, бусами, цена 1300. Есть в желтом цвете, в белом цвете, цветов очень много. Красиво оформлена спинка с резинкой, то есть на любую талию, на любой животик сядет эта модель великолепно. Помимо выездов на природу и на работу, у нас еще бывают и свадьбы, веселое времяпровождение, дни рождения, на свадьбу. То есть прекрасное платье, вот эти вот кружево здесь идет, хлопок, маркировка 50-56, но размеры здесь полные, то есть на 56-62, цена у него оптовая 2000. Есть вот такая вот модель, классная, вообще это одна из моих любимых, оно стройнит. Вот этот рисунок, он визуально делает стройнее фигуру, спинка однотонная, маркировка 50-60, но размеры с плюсом на 54-64, цена оптовая 1400. Ну и, конечно же, куда же без таких вот красивых, нарядных, дорого-богато смотрящихся платьев. Маркировка тоже здесь 50-60, но размеры полные, на 56-66 легко. Оптовая цена у этих платьев 2000. Розницу уже уточняйте по WhatsApp, по номеру телефона у прекрасного Артема. Звоните, он вам все объяснит, расскажет, покажет все измерения. Есть еще вот такие нарядные платья. Здесь такие они яркие. Маркировка 56-62. Размеры полные. Здесь какой
такая изюминка, извините, я немножко не русская, у меня бывает. Здесь съемный подъюбник. То есть, если хотите, одели платье без него, захотели сделать длину, одеваем подъюбник. Красиво, элегантно, женственно, нежно смотрится это платье. Оно у нас в 4 расцветках. Однотонное, есть вот такое нежное, женственное, такое легкое, с бабочками. Модель классная, модель великолепная. Одна из моих любимых, я ее прям обожаю, продаю налево и направо, как говорится. Из нарядок мы перейдем, вернемся в серые будни. Это рубашки. Куда же без них? И под юбки, и под лосины, и под брюки, и под джинсы. И офисникам они нужны, и обычным людям они необходимы. Размерные ряды у наших рубашек в основном 56-62. Есть также 62, мы никогда не забываем о наших очень пышных и добреньких девушках. 62-68, лен, ткань дышащая, ткань не потеет, то есть то, что необходимо для наших дам. Есть 56-62, есть также и худых, мы не забываем, 48-58. Есть вот такие вот оригинальные рубашки с кожаными вставками. Здесь идет эко-кожа, то есть не потеть, ничего плохого, как говорится, дискомфорта никакого не будет. Размеры 56-62. Цветов здесь тоже много. Черный, зеленый. Не все любят черный цвет. Есть адекватные. Вот такие. Оптовая цена у него 1600. И есть вот такой красивый синий цвет. Также у нас еще вот с такими вставками по бокам. Они визуально стройнят, эти кожаные вставочки. 56-62. Цена у них оптовая 1300. И вот к этим рубашкам, вот это как рубашки, как кардиган. К этим рубашкам есть у нас сейчас, секундочку. Извините. Есть вот такие вот еще лосины. Это великолепные лосины. Ткань здесь Турция. Посадка высокая. Полная длина брючин. Модель обалденная. Сама в таких хожу зимой и летом. Есть лосинами. И есть вот такими бананчиками. Тоже ткань турецкая. Маркировка 50-60. Размеры идут с плюсом на 54-64. Цена у них оптовая 1300. Тоже. Есть еще вот такая вот модель. Лосины с кружевом. По бокам идет кружевная вставочка. Они такие женственные, такие нежные. Они так красиво смотрятся. Можно даже и с кроссовками, например, и даже с каблучками. Очень классная модель. И вот к этой модели у нас есть, мы сшили вот такие вот тунички. Размеры 56-62. Красиво оформлен ворот. Нежно сделаны рукава. Ну и, конечно же, подол. То есть вы будете как в костюме с этими лосинками. Очень красиво будет смотреться. Туники 56-62, оптовая цена 1400. Лосины 50-60, 1300, оптовая цена. Помимо 50-60, у нас еще лосины на 62-68. Микровельвет, это не синтетика. Идет оно хлопок, классная модель. Высокая посадка, вот у меня рост 1,74 м, вот она, я приложила к талии, вот она полная длина. И к этим же, например, брючкам я могу предложить вам вот такие же микровельвет туники, тоже 62-68. И тоже вот вам костюмчик, одел и пошел. Модель смотрится классно. Здесь вставочки есть тоже кожаные. И здесь вставочка, она будет смотреться как костюм. Модель великолепно работает. У нас очень она востребована. Тем более вот эти туники, они у нас есть еще вот в таком цвете. В красивом джинсовом цвете. Ой, бирюза, извините, дальтоник. Тоже 62-68. Модель классная. Можно под свои какие-то там лосинки, джинсы одеть. Классная модель. Очень ходовая. И еще есть вот такая вот туничка с кожаным передом. 56-62. Но опять-таки, смотрите, кому-то она будет туникой, кому-то платьем.
Ну, если честно сказать, кто не стесняется, как я. Я его, например, оставила себе эту модель. Мне она очень нравится. Оно под ботфорты, под чулки классно смотрится. Да и под лосины. Вы этим будете работать, вы это будете носить. Кто работает, тот будет работать. Кто у нас просто смотрит, будет одевать и получать удовольствие. Также у нас есть вот такие вот тунички 50-60. А оптовая цена у них 1300. Здесь идет ткань турецкий трикотаж, полная длина рукава. Кому-то туничкой. Для маленьких миниатюрных дам будет платьица, я не знаю, удлиненной туничкой. Лето заканчивается, осень не за горами. Но как бы еще рано одевать курточки, поэтому мы предлагаем вам прекрасные кардиганы. Турецкий трикотаж, 56-62. Красиво оформлено, яркое. Ночью вас точно заметят и увидят. Размеры полные, посадка идеальная. Есть она. Вот такие вот кардиганы. Есть со вставками, которые визуально стройнят. Шикарная модель, дерзкая, красивая, яркая. 56-62 тоже. Есть с такими яркими ленточками. Есть вот такая вот, ну, тихая, спокойная. Кто не особо любит выделяться, хочет быть спокойно, незаметным, скажем так. Есть удлиненные кардиганы, есть вот такие вот короткие. Короткие размеры 54-64. Турецкий трикотаж. А цена у них 1500 оптовая. И очень много цветов. Зеленый, красный, ну такой красивый, насыщенный красный, не вульгарный. Черный, темно-синий. Кстати, тоже подойдет для учителей. И ярко-желтый цвет. Помимо кардиганов, наша фабрика отшивает еще классные такие жилетки, плащевки с красивым принтом. Размеры 52-62, то есть и на худеньких, и на полненьких. Такой красивый, сочный, яркий принт. Вот такая вот модель. Наполнитель тенсулин, как в детских комбинезонах, то есть он не аллергенный. До минус 15 вы это точно можете одевать и ходить спокойно. Вот такая вот модель. Газета, она визуально стройнит из-за принта своего. Цена у него 1700, 56-62. Есть еще вот такие пальто-букле с плащевка-капюшон. Размеры 54-64, цена 1500, оптовая. Ну а теперь мы вам покажем осенние модели. Красивая модель, великолепно садится. Прекрасными такими кружевными вставочками по низу. Выточки по спинке на любой загиб попы. Размер 56-62. Оптовая цена 1700. Строгая модель. У кого хоть и полненький, но есть фигуры. Размеры здесь идут 48-58. Красиво оформлен ворот с хомутиком, с бусинками. Рукава нежные, женственные, красивые. Цвета синий и черный. А оптовая цена 1700. Великолепная модель. 52-58. Но мы обманываем наших клиенток, что типа они все равно худенькие. Этот вот 52-й легко одевается на 56-58. Оптовая цена 1800. Красиво оформлен здесь шмель, что сейчас в тренде. Оптовая цена у него, еще раз сообщаю, 1700. Розничная, уточняйте по WhatsApp у Артема. Он вам всем расскажет, все покажет и сообщит, какой вам размер необходим. Классную модель на полненьких девочек мы получили и работаем ею. Это наша модель, которую мы очень любим. Мы ее называем Пушкин, как будто он делал росчерк пером. Модель классная, маркировка 52-58, опять-таки обманываем, размеры идут с плюсом на 56-62, длина здесь середина колена, ну на среднестатистический рост, а цена у них 1500 оптовая. Ах, как же я могла забыть мою самую любимую модель. 56-62, ткань здесь тянется. Ткань здесь турецкий трикотаж, на 66 легко вы можете это одеть, на любую фигуру, на попастах, на животастах, с талией, без талии. То есть модель идеальна для любой фигуры, для любой модели тела.
Ну что, милые дамы, думаю, вкратце я вам рассказала, что заинтересовало, что у нас в павильоне, что у нас в контейнере. Рада буду вас здесь видеть, рада буду с вами работать. Жду вас здесь, на Г-82, корпус А, рынок Садовод. Свои требования, свои желания, свои заказы вы можете давать по WhatsApp, номер телефона. Прекрасный Артем с 9 до 4 примет все ваши требования, все ваши желания исполнит. Так что приходите, выбирайте, смотрите. Мы вас любим и ждем. До свидания.